Сегодняшняя пресс-конференция, пресс-тур прошел просто на отличном уровне. Выражаю благодарность руководству данного вуза. Как весь Казахстан знает, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби всегда держит высокую марку, всегда отличается тем, что уделяет особое внимание качеству. Сегодня в очередной раз доказала это своей деятельностью, не только словами, но и делом показывает, потому что мы сегодня увидели инновационные прорывные проекты, которые внесут лепту не только для Казахстана, но и для Центральной Азии. Потому что вот сегодня мы увидели, какие взаимоотношения строит университет с другими вузами других передовых стран, к примеру, с Китаем и с Японией. Это говорит о том, что университет не стоит на месте, а развивается, и поэтому у меня вот много знакомых, все мои родственники, все мои друзья, выпускники данного вуза, поэтому к этому вузу у меня особо теплое отношение. Я поздравляю данный университет с 90-летием, желаю процветания, пусть будут только на самых передовых местах мирового образования.